Троицк – старинный уральский город. Здесь история тесно переплетается с современностью. Основанный в 1743 году Иваном Ивановичем Неплюевым по указу императрицы Екатерины II, наш город и по сей день сохраняет свою самобытность. Нередко его называют музеем под открытым небом из-за хитросплетения архитектурных стилей и решений. Этот красивейший архитектурный ансамбль имеет более чем вековую историю, и уже 20 лет в нем располагается Троицкий филиал Челябинского государственного университета. Высокие потолки, широкие лестницы, светлые коридоры, просторные аудитории создают непередаваемую атмосферу комфорта и уюта. Но главное – это, конечно, люди. Наши преподаватели и студенты. Обеспечивает учебный процесс квалифицированный преподавательский состав. Профессора, кандидаты наук, люди неравнодушные, профессионалы своего дела, способные сообщить фундаментальные, прочные знания. Наши выпускники конкурентоспособны на рынке труда, так как филиал реализует актуальные, востребованные направления и специальности. Ежегодно Троицкий филиал открывает двери для желающих стать профессионалами в сфере прикладной математики, фундаментальной информатики, педагогики и психологии, юриспруденции, управления, экономики. За годы существования из стен филиала вышло более 5000 выпускников. Придет время, и студенты сегодняшнего дня тоже станут профессионалами. А пока они получают знания и постигают науки. Занимаются творчеством. Для них всегда открыты двери теннисного, тренажерного залов. Их всегда ждут в правовом клубе «Точка зрения», в военно-патриотическом клубе «Победа», в секции программирования и робототехники. Жизнь состоит из событий, последовательно приходящих и уходящих. Всегда интересно наблюдать за ходом этих событий. А еще интереснее ими управлять. Твое будущее в твоих руках. Выбирать тебе. Троицкий филиал ЧелГУ. Яркий старт в жизни.